Програма створена за підтримки Національного олімпійського комітету України. Мої вітання! Це програма «Таке спортивне життя» і я, її ведуча Олена Говорова. Герої програми – особистості, які досягли успіху саме завдяки спорту. І я дуже хочу, аби приклад їхнього життя надихнув кожного з вас на нові перемоги та досягнення. Олімпійські ігри 2012 для нашого героя особливі. Він сенсаційно завоював золоту нагороду. Був обраний прапороносцем на закритті Олімпійських ігор. Перше, що він зробив, виходячи з літака у Борисполі, розгорнув прапор нашої країни перед всіма вболівальниками. Сьогодні в програмі «Таке спортивне життя» олімпійський чемпіон з важкої атлетики Олексій Торохтій. Те пораження, які були, вони, мабуть, тільки благодаря цим пораженням я далі залишався в спорті, я далі йшов. Болить у тебе сьогодні щось, хочеться тобі, не хочеться, ти встаєш і робиш. Саме крепке, що у нас є, це сім'я. Много чого потрібно зробити, много чому ще потрібно навчитися. Те, що відбувається у нас, як ми живемо, це все залежить від нас. Коли ти проходиш по всьому стадіону, тебе всі дивляться, несеш флаг, це гордість. Олексій, я привітаю тебе в програмі «Таке спортивне життя». Спасибо за приглашення. Смотрел предыдущую программу, где вы Ольге Харлан вручали букет. Хотел бы, я думаю, что никто не будет против, если этот букет будет именно вам. Спасибо большое. Я, честно говоря, тронута. Спасибо тебе огромное, так приятно. Ох, какая красота. Леш, готовясь к программе, я обнаружила противоречивую информацию. А в одних источниках ты завершил спортивную карьеру, а в других источниках взял паузу на время. Где правда? Путаю след. Нет, ну серьезно. Ты решил все-таки оставить помост или оставил себе люфт, чтобы вернуться? Я думаю, что в этом вопросе нужно более глубже разбираться, как бы и смотреть, однозначно сказать да или нет, это очень тяжело. Я думаю, что если мне позволит здоровье, то в этом году я хотел бы выступить, я хочу выступить, у нас будет чемпионат Украины. Вот, возможно, что если успею, это желание у меня появилось совсем недавно, буквально полгода назад, после полуторагодового, получается, перерыва, если все-таки позволит организм, позволит, как говорится, биоритмы те правильные, которые необходимы, то я думаю, что все-таки я выйду на помост. Ну дай Боже, успехов тебе в этом направлении. Спасибо. Но в зале тебя все равно сегодня можно увидеть в качестве помощника тренера юношеской и молодежной сборной, правильно? Ну, сказать, что конкретно я занимаюсь тренерской деятельностью, я бы не сказал. Это больше какие-то орг-вопросы, такое вот решение, но... Когда приезжаю на сборы, я на сборах бываю очень часто, я с ребятами общаюсь, советую, что-то подсказываю, то есть из своего опыта, чем-то делюсь с ними. Я думаю, что задание мое больше всего – это донести им, для чего они здесь, то есть почему тратится их время, почему тратятся их силы, почему тратятся на них средства, допустим, государственная федерация, вот, и для чего это все. Ты когда пришел в спорт, ты сам говорил о том, что это была прекрасная возможность поступить на бюджет в институт, состояться как квалифицированный спортсмен. Тогда ты задумывался о том, что это еще и возможность выиграть золото на Олимпийских играх? Или ты не мечтал о таких призах? До того еще, когда я поступил в Харьков, прогуливаясь с девушкой, как бы мы обсуждали, это было мне, может быть, лет 15, там, 14, и мы обсуждали, у кого какие мечты. Вот. Я как бы сказал, что... не подумав даже об этом, что я хочу попасть на Олимпийские игры. То есть заведомо, подсознательно ты все равно понимал, что тебе хочется окунуться в эту олимпийскую атмосферу? Я думаю, что меня просто затянуло. Вот эта вот атмосфера, вот эта вот обыденность, которая есть в спорте, вот эти вот, вот это вот все, как бы весь колоритм, этот ритм жизни, меня он просто затянул в себя и не мог отпустить. Почему вот в 2008 году, когда я вроде бы бросил заниматься спортом, и спустя там полгода я вернулся? Потому что мне этого не хватало. Ты достаточно поздно пришел в тяжелую атлетику, 14 лет. До этого в других видах спорта ты пробовал свои силы или нет? Или сразу вот тяжелая атлетика и все? Ну, это, наверное, какая-то болезнь была. Вот я смотрел просто тоже программу с Олегом Харланом, она сказала, что бальные танцы. Я не представляю тебя на бальных танцах. Ну, как оказывается, все-таки надо представить. Был на бальных танцах практически, наверное, год или полтора занимался. И, как удивительно, не прошел финал Донецкой области, и после этого меня желание отпало. Победы для тебя очень многое значили, правильно я понимаю? В моей жизни, в моей карьере было больше поражений, чем побед. То есть мои победы можно сосчитать на пальцах. И они были настолько разбросаны за весь период жизни,
спортивной жизни, я имею в виду, что те поражения, которые были, они, наверное, только вот благодаря этим поражениям я дальше и оставался в спорте, я дальше шел. Как не сломаться? Вот ты сам говоришь, больше поражений. На другой бы махнул, да ну все, надоело, не буду я больше, мне уже надоело. Ты все-таки оставался, ты все-таки шел к своей мечте, ты все-таки реализовывался как спортсмен. Как найти в себе силы, чтобы не сломаться? Блин, ну я думаю, вы знаете как. Это нужно иметь огромную веру. Огромную веру в то, что ты делаешь, и мечта, к которой ты идешь. То есть, вне зависимости от того, болит у тебя сегодня что-то, хочется тебе, не хочется, ты встаешь и делаешь. Вот чего мне не хватало полтора года после того, как я сошел с помоста, с лондонского. Я приходил в зал, да, но это были уже не те тренировки, которые были ранее. То есть это было больше для поддержания физической формы, там, внешнего вида, можно так даже сказать. Не было мотивации? Не было мотивации. Я не мог найти мотивацию. Я не мог найти мотивацию и не мог найти ответ, зачем. То есть это вот самое, как говорится, самое болючее в спорте, когда ты не можешь найти ответы на эти вопросы. Мне многие говорили, не начинай снова, пока не найдешь причину, почему. То есть либо доказать кому-то, либо, допустим, стать двукратным. То есть пока не найдешь причину основную, то есть тогда только начинай. Но я хотел сказать о другом, что вот эти вот полтора года, окунувшись в обычную жизнь, как в суету, когда ты вот окунаешься, и какие-то проблемы, какие-то заботы, и постепенно я начал сам себе говорить, когда мне уже становится там тяжело, начал себе уже жалеть. То есть в спорте такого не происходило. Вот я сейчас возвращаюсь в спорт, и я понимаю, что когда тебе тяжело, когда тебе больно, когда тебе, ты себя заставляешь. И вот этого вот не хватает, я так понимаю, что у обычных людей, когда в обычной жизни, в повседневной, когда ты не можешь где-то преодолеть себя, допустим, свои желания и идти дальше. Только это в спорте и выигрывает, и это отличает, допустим, возможно, победителя от проигравшего или... Ну, на сегодня, я так понимаю, что ты нашел мотивацию для того, чтобы вернуться, попробовать вернуться, правильно? Есть такие мысли? Есть, как говорится, вот, я просто привык так вот, каждую ситуацию разжевывать так. Есть хотелка, а есть надо. Ух, тышка! Да, вот у меня получается вот это вот, то есть хотелка, возможно, что-то кому-то доказать. И, то есть есть встречный вопрос или ответ уже, а надо ли это, допустим. У меня как бы есть другие люди, на которых я равняюсь. Поэтому сказать окончательно, что я вот... Да, у меня сейчас желание огромное есть. То есть оно вернулось ко мне, это желание. Вот я почувствовал, как протренировавшись там буквально там полгода, то есть опять эти эмоции, то есть это все возвращается. Это... Ты сам сказал, что есть люди, на которых хочется быть похожими, за которыми хочется идти. Кто это? Кто эти люди? Есть люди, низкий поклон тем людям, которые... смогли, допустим, стать олимпийскими чемпионами, призерами олимпийских игр, то есть сделать свое, вписать свое имя, свою фамилию в историю олимпийского движения, либо спорта, то есть, ну, неважно. А есть люди, которые сделали это и продолжают делать это же, только в другом направлении, то есть они помогают другим стать такими же. То есть Сергей Назарович, Говорова, Уманец, Сорокина Анна. Ну, я сейчас, может быть, многого кого-то не вспомню так, но те люди, которые... Они не остановились на тех достижениях, которые они показали там в молодости. Они продолжают дальше. И возможно, что на каком-то этапе их уже фамилия ассоциируется не только как олимпийский чемпион, призер олимпийских игр, чемпион мира, Европы, но и много больше. Вот я думаю, что к этому хотелось бы стремиться. Но в свое время, после Олимпиады в Пекине, ты все-таки решил, что нужно завязывать. Тогда что произошло? Почему? Вот разуверился в собственных силах или что-то вот надломило другое? Что тогда было? Я понимал, что оставаясь дальше, мне уже было 22-23 года, то есть я планировал там, может быть, семью уже, там какой-то уголок уже нужен был, потому что я был сам родом в Донецкой области, в Харькове я был гость, то есть нужно где-то жить, нужно что-то кушать, что-то одевать, то есть как-то семью куда-то определить. Поэтому были, конечно, приняты такие решения, как бросить и все-таки, наверное, искать что-то другое. И я же говорю, я сравниваю себя, то, что те финансовые возможности, которые у меня были до Пекина и которые были после Пекина, и те финансовые возможности, которые есть сейчас у ребят, у наших, то есть это настолько небо и земля, что, можно сказать, мы тогда за сосиску тренировались, то есть просто вот за желание. Поэтому, ну одна из причин — это финансовая, да, финансовая. Это самое главное. Хорошо, кто тебя уговорил остаться в спорте? Кто все-таки вернул, можно так сказать? Ну, были два человека. Ну, второй человек, я думаю, что догадывается о том, что он как бы сделал что-то для этого.
А первый человек, наверное, сейчас, думаю, работает и даже не подозревает об этом. Я ходил на собеседование, и директор пригласила, тема пошла, как бы завязалась, мы где-то, может, часа два сидели, разговаривали. Вот он говорит, хорошо, я тебя беру на работу. Говорит, но, говорит, если ты через 5 дней не выйдешь, говорит, ну, то есть, как бы, мое предложение, оно автоматически сбрасывается. И так как-то получилось, я поставил себе напоминание в телефоне. Но мне так получилось, что через 4 дня мне нужно было срочно ехать в Донецк. Вот не помню, какая ситуация была, но мне пришлось срочно ехать. Я поехал и вспоминаю уже, срабатывает будильник, напоминание именно, когда я уже в Донецке. То есть днем, ты никак не можешь выйти на работу. Да, я ей звоню, говорю, извините, вот можно завтра? Она говорила, она сказала, вот ее слова были, он говорит, Алексей, говорит, это не твое место работы. Ты меня еще вспомнишь, говорит, но ты здесь работать не будешь, говорит, это не твое. Это первый человек, который не догадывается. А кто второй был, кто оставил? Второй человек, это Александр Владимирович Грего, благодаря которому и, в принципе, можно сказать, что я и остался в спорте. И все мои достижения, которые сейчас есть и принадлежат мне, можно рассчитывать, что это медали, которые принадлежат и ему, и мне. Он на том этапе предложил мне спонсорство. И что меня немножко хоть поддержало, то есть дало мне надежду на то, что все-таки есть благодаря чему, для чего, то есть этим дальше заниматься и воплощать те надежды, те мечты, которые у меня были. Сколько тонн железа нужно поднять для того, чтобы выиграть золото Олимпийских игр? Ты ведешь дневник, учитывал, считал? За тренировку. Но давай возьмем за тренировку. Если тренер не будет смотреть эту программу, я скажу, что нет, я никогда не считал. Меня очень много и часто ругали за это, то, что я не веду дневник. То есть я буквально вел дневник на неделю. Сам писал себе планы, там, корректировал. А как ты сам себе писал планы, а тренер? У меня вот так как-то получилось с тренерами. Мне кажется, мне настолько повезло, что именно благодаря вот постепенному появлению каждого тренера в моей жизни, то есть они давали мне определенный новый виток. Это как вот учитель, допустим, начальных классов, старших классов, там, допустим, потом институт. То есть каждый тренер брал меня на каком-то определенном этапе и доносил, не хотя даже этого, может, до другого этапа, и передавал дальше. Первый тренер меня научил, возможно, тому, что нужно любить тяжелую атлетику. Второй тренер, он научил меня именно вот монотонной работе, то есть показал мне труд. И Матеха, вот, то есть это последний тренер, который вот со мной работал уже до Олимпийских игр вместе с Никулиным, он меня научил, перевернул все наоборот, то есть монотонность вот это вот убрал и сделал с тренировки такое какое-то веселое времяпровождение. Был такой момент, просыпаю я тренировку, вот, прихожу на тренировку, прошел до там где-то минут 40, и говорю, ну, проспал. Я говорю, чего вы не набрали? Он говорит, что, да спы. Что-то такого. Ну, или в другой момент приходишь, тренер, что-то там, не хочу тренироваться, допустим, там устал, или там лучше сегодня отдохну. Давай. Это степень доверия была к тебе такая? Наверное, да. Да, во-первых, доверие, и во-вторых, понимание того, что человек это не робот. Особенно спортсмен, допустим, на таком высоком уровне. То есть его уже под какую-то программу определенную загнать и требуя с него, допустим, стабильности, монотонности уже очень тяжело. Для тебя Олимпиада в Лондоне сложилась по-особому. Во-первых, золото Олимпийских игр. И второе, мне кажется, событие, которое значимо точно так же, как и золото Олимпийских игр, тебе доверили нести флаг на закрытие Олимпийских игр. А как ты узнал эту новость? Кто тебе сказал? И какие были ощущения? Сказала мне об этом Нина Дмитриевна Уманец. Вот, я зашел в штаб. Он говорит, Алексей, а ты когда уезжаешь, улетаешь? Я говорю, тогда. Ты говоришь, ты остаешься, будешь нести флаг. Я так как стоял, так и остался, по-моему. Эмоции, я не знаю, как нести флаг на открытие, но те эмоции, которые я получил, неся флаг на закрытие, это держать медаль на шее, там, на груди, допустим, и это, можно сказать, практически одно и то же. То есть, когда ты проходишь по всему стадиону, тебя все смотрят, несешь флаг, это гордость, это то, что тебе доверили, это эмоция колоссальная. Я хочу вспомнить еще один момент с Олимпийских игр. Когда была трансляция и показывали соревнования, то камеры выхватили группу болельщиков, которая была в футболках с твоим портретом. Вот честно, мы тогда все в Киеве решили, сидя в студии, о том, что это твоя фан-группа, что это специально приехали друзья, может быть, родственники, поддержать тебя и поболеть за тебя. К
Каково было мое удивление, когда мы встретились, ты сказал, я не знаю этих людей. Первый вопрос, ты когда соревновался, ты видел их или настолько был вот, замкнут на соревнованиях, что даже не увидел их? И второе, не пытался ли ты их разыскать потом? Кто эти люди? Я их не видел. Не видел. Почему? Потому что на помост направлены прожекторы, которые, в принципе, можно сказать, даже ослепляют. Ты не видишь публику, ты видишь силуэты, но такой четкости ты не, у тебя нет. Поэтому узнал об этом я уже практически, когда там с флагом ходил, и увидел, что действительно на трибуне кто-то кричал и держал футболку, и там с моей фотографией, там как будто там, не, так нервно дергали ее. Вот. Чтобы, для того, чтобы узнать, я тогда, даже после Олимпийских игр, везде, когда на каждой программе, когда даже задавали этот вопрос, это уже очень часто такой вопрос был, я просил, что те люди, кто, те, кто это были, потому что я их не знаю действительно, если у них есть возможность, чтобы они объявились и как-то списались, но хотелось бы действительно им поблагодарить, допустим, пообщаться с ними, там, может быть, даже как-то познакомиться. Вот. Но я думаю, что это все-таки люди, которые живут в Лондоне и, возможно, просто болели за Украину, узнали, что выступает с Украины вот такой вот атлет, спортсмен. Они пришли и поддержали. Скажи мне, пожалуйста, в какой стране мира тебе больше всего нравилось выступать? Да вы знаете, как бы... Помост, он везде один и тот же. То есть каждое соревнование запоминается по-своему. Очень приятно было выступать в Китае. То есть мы, там у нас были не одни соревнования. Очень приятно выступать было даже в Доминиканской Республике. Вот мы выступали, когда мы выступали в ангаре. И когда я выступал, был сильный дождь. И это так гремело, что то такое ощущение было, что барабанная дробь такая именно вот колотит. И плюс еще шум болельщиков, то есть настолько гул стоял. Вот. Много соревнований, которые вот приятно вспомнить, вне зависимости от того, была медаль, не было медали. А в какую страну ты бы хотел вернуться в качестве туриста? Испания. Испания? Испания, Италия. В Италии мы были... по-моему, Палермо. Вот, тоже очень приятные эмоции такие вот. Но как бы там ни было хорошо, все равно всегда тянет почему-то вот именно к нам сюда, на родину. То есть это необъяснимо. Как бы не было бы там хорошо, как бы какие-то там были, не были шикарные истории и условия, то есть все равно тянет сюда. Ты предвосхитил мой вопрос, потому что следующий вопрос у меня был, а где бы мог остаться? Я так понимаю, оставаться нигде, кроме своей родины, ты не собираешься и не смог бы, правильно? А смысл? Вариант. Ну, везде мы будем чужие. Какие бы мы ни были, но всегда мы будем чужие. Здесь мы свои, и то, что происходит у нас, как мы живем, это все зависит от нас. Ну, сейчас очень трудные и сложные времена для нас. Это такой урок, испытание, наверное. Ты сам из Донецкой области. Где сегодня находятся твои родные? Рядом с тобой или в зоне активных военных действий? Буквально месяц назад... они все переехали ко мне в Киев, да. Мы с ними жили в одной комнатной квартире, все, это около 8 человек. Как можно увести? Представить тяжело, но эмоционально это было просто круто. Это когда ты проходишь по узенькой между матрасами тропинки, там, и там кто-то там тебя там то ли ногой дергает, то ли рукой там. Вот, у меня еще маленькая собачка, она постоянно между нами всеми пробегала, как бы у нее ночной рейд был. Вот, эмоции, воспоминания колоссальные. То есть, несмотря на то, что им пришлось пережить, что им пришлось увидеть, и что они, в принципе, понимают, что вернуться туда, это уже очень тяжело. То есть, очень тяжело и, скорее всего, не скоро. Вот, но я думаю, что благодаря тому, что у нас очень крепкая семья, у нас вот, с самого начала... вот, с моего рождения у нас самое крепкое, что у нас есть, это семья. То есть она нас держит, вот воспитание бабушкина и дедушкина, она держит нас так, что никогда-никогда никто ни с кем никогда не ссорится. То есть все говорится в глаза, и так, как оно есть. Каждый друг за друга постоянно готов горы свернуть. И мы действительно очень крепкие и очень дружные. Я думаю, что то, что происходит в Донбассе, это действительно, это очень тяжело, это очень больно.
Я знаю, что после Олимпийских игр ты мечтал о второй половинке. Ты как-то обмолвился, что пора уже и семью завести, пора уже и о детях подумать. На сегодня как обстоят дела? Потому что здесь все очень ты держишь в секрете. Скажу так, что на эту тему, в принципе, я не люблю как бы... Распространяться, да. То есть не люблю ее обсуждать. Почему? Угу. Потому что такой верующий немного вот в этом направлении. Но скажу, что на данном этапе я нахожусь в таких цветочно-букетных отношениях. Как замечательно. Да. Вот, все настолько хорошо, что иногда даже страшно. Вот. Сделаем так? Да. Есть много чего общего, есть о чем поговорить, есть общие цели, общие как бы идеалы, есть общие стремления и все, понимание семьи и всего остального, что, вы знаете, как говорится, искал не один год, но все-таки, наверное, своего человека я нашел. Ты сам поведешь своего будущего ребенка в секцию спортивную? Возможно, это будет секция тяжелой атлетики, возможно, это будет другая секция. Задумывался о том, что да, дети будут в спорте или нет, никогда в жизни я их не отдам в спорт. Всегда вот это такое мнение, которое у меня постоянно меняется. Мне кажется, что сейчас я, наверное, буду препятствовать этому, пока я не увижу все-таки в глазах настоящее желание. То есть не то, чтобы вот именно заставить, иди и делай. Вот пока у меня не появится желание, что это вот хочется ему, и он что-то в этом видит, тогда, наверное, только смогу помочь или, может быть, просто отпущу. Я знаю, что вы дружны с Олей Коробкой, по крайней мере, когда были в спорте. Да? Сейчас Оля закончила спортивную карьеру, ты, можно сказать, возвращаешься в большой спорт. Между собой отношения поддерживаете или все-таки уже не столько точек соприкосновения, когда вместе тренировались? Ну, я имею в виду, были в спорте. Раньше, конечно, это было более активно, потому что мы сидели на одной базе, тогда еще женская мужская сборная была вместе. С Олей Коробкой мне очень приятные воспоминания, потому что это душевный человек. То есть, несмотря на то, что многие говорят, там, что это большая женщина, но у нее душа, наверное, больше, чем она сама. Потому что, я же говорю, столько вот примеров, когда за Олю, когда рассказываешь, она приезжает в родное село, она покупает конфеты, идет по улице и раздает им детям. То есть за ней там, знаете, как вот, когда видишь в фильмах в Индию, кто-то приезжает, и за ним дети маленькие бегают. Вот наподобие что-то такого. Вот она раздает конфеты, она как бы... То есть душевный человек настолько, что... И очень открытый, очень добрый человек. Да. Скажи, пожалуйста, а какие сегодня ставят цели перед тобой жизнь? Знаете, я все-таки понял, что много чего еще нужно сделать. Много чему еще нужно научиться. Для того, чтобы хотя бы ставить для себя цели и быть на кого-то похожим, и можно следовать каким-то примерам. Надо делать так, вот я как бы стараюсь каждый месяц сделать то, что ты откладывал постоянно. Перед тобой ставить какую-то цель и каждый месяц что-то начинать, хотя бы просто начинать. Список большой. Ты знаешь, я для себя очень много приобрела в общении с тобой. Очень много, знаешь, так в программе ты дал очень много советов лично мне. И мое пожелание — оставайся, пожалуйста, таким, какой ты есть. И я повторюсь, что благодаря таким людям, как ты, есть вера, есть надежда, и есть будущее нашей страны. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. До новых встреч. Це була програма «Таке спортивне життя». Вчасно почути слово може надати поштовх до дії і створити диво. Прислухайтесь до слів наших героїв, і я впевнена, диво у вашому житті обов'язково станеться. Вірте собі, вірте в себе, хай щастить. Програма створена за підтримки Національного олімпійського комітету України.